Так, Денис, вы только там в середине. Вот этих двоих выключу, включаю. Хаджиме, 5 минут. Ты. 3:30. И считаю вслух. Макс, так, чтобы их видно было, хорошо? Молодец, вставай быстрее. Один. Ты бросал, теперь Макс бросает Дана, а Дан бросает тебя. Вот, хорошо, Мишенька. Вот, умница. Красавец, Мишка, умница. Нет, это не бросок. Это не бросок. Смотри. Как в ту сторону пойдешь? Вот, сейчас тебе покажу. Первый пять я сказал, в ту сторону бросок. Да, сюда. Туда. Два. Вытаскиваешь, поворачиваешь, делаешь бросок. В сторону правой руки. Где правая рука? Вот она. Сюда делаешь, а не в другую сторону. Давай. Так. Ну? Нет, поднять надо. Что ты вот так бросаешь? Поднять. Что ты уже сделал? Слух считал? Нет, значит, слух считал, чтобы я слышал. Вот! Чтобы я слышал. Еще раз. Если я не слышу, значит, не делаю. Ну как тренер, я не могу сидеть и считать тебя. Я на слух, понимаешь, что происходит? Давай. А ну, подъемчик. Молодец, Денис. Еще раз. Три раза, три ой. Чинчур. Иди сюда. Смотри. Вот камера. Камера. Я потом видел, как она бросает. Ну, все, бросай. О! О! И упал назад. Отдыхай. Вот, теперь слышишь. У тебя никаких проблем к тебе нет. Единственное, что я не видел, как ты так плохо делал. Ты сделал. Бросаешь все равно падаешь назад. Возьми его чуть-чуть. Три! Не слышишь? Опять в голову. Шапки. Ты куда кидаешь, Кири, пока? А я тебе куда сказал? Я думал, что ты умный. Нет. Мудрый. А ты без толку. Ошибся. Вы еще раз показывали. В эту сторону кидать. Берешь отсюда и в эту сторону кидаешь. А? Хорошо? Вот так я и борюсь с вами. А потом выходишь, не сюда бросаешь, Влад, я бросаю сюда. Ты думаешь, что ты делаешь? Подвернуться ему. Ты понимаешь, что ты делаешь? Это что за вопрос? Какая ноги? Хорошо, еще разворачивайся, руками тащи.
Заправились. Что такое?